Всем еще раз привет. Мы приехали, короче, в Ордоне. Мимо каких-то красивых, интересных домиков. Попали в какую-то непонятную страну. Ну, зеленую такую красивую и бетонная дорожка. Вообще мы идем искать пляж. Сказали, что левее от того места, где мы были в предыдущий раз, располагается еще другой пляж. Он пошире, получше. Короче, следствие ведут знатоки. Был такой сериал. Итак, в Ордоне. Ну подождите, так мы же были. Я видел тот вот городок. Пойдемте. Посмотрим. Вот он, этот город. Я его снимал издалека. Ну, ходят девушки, уже приятно. И мы спускаемся вниз, судя по всему. Все такое деревянное, я имею в виду ступеньки. Столовая, мохито, мороженое. Пляж называется тоже Ордоне. Вот, видимо, сюда. Вы про этот пляж имели в виду. Вот, ты. Вот этот надо так, вот так вот прям. Прям я не знаю. Ну, так, подожди, так мы же здесь были, мы да? Отсюда мы дошли. Мы дошли вот до вот этого деревянного строения. А тут еще вот. В прошлый раз. Как раз вот посмотрели на этот городок. Позавидовали. И пошли обратно. Ну что, пойдем посмотрим, что там дальше. Дойдем до тех бетонных волнорезов, вот туда вот получается. Сказали, пляж здесь. Ну что, здесь как бы тоже попросторнее, может быть, немножечко. Хотя почему попросторнее? Глазочка, наверное, не такой же, наверное, пошире. Просто у нас там нет вот этой бетонной плиты, поэтому как бы там набережная, поэтому немножечко прикольнее. Так, солнце светит в эту сторону, поэтому картинка может быть не очень. Но вот городок мне вот этот однозначно нравится, правда. А мы, он у нас стоят. Так этот же стоял? Да, мы один в один. Просто я думаю, что если вдруг шторм, то замучают они его. Его ж надо сдуть, наверное, будет постоянно. И подкачивать периодически. Вот. Давайте-ка мы опять разогнались, а такие будем найти. Что хочу сказать? Людей тоже немного. Но есть одна прелесть. Солнышко вернулось к нам. Еще сравнительно недавно с утреца было пасмурно все. И казалось, что все, лето прошло. А нет. Лето осталось совсем видно. Там, я смотрю, большие-большие воздушные шары летают. Напомню, мы с вами, ребят, в Ордоне. Есть такой поселок? О, я подключу, наверное, побольше режим. О, вот так вот, такой режим. Более охватывающий. Вот такой вот пляж. Там какая-то граница поста, судя по всему. Граница в Ордоне. Большие булыжники, а там что дальше? Уже не пляж в Ордоне, уже какой-то другой. Все, что дальше уже не в Ордоне. Да, дальше уже там Лао, наверное, уже. В принципе, Лао отсюда, кстати, хорошо видно. Пошли вон туда, на камешке. Вон. Там вот с камешка будет хорошо видно и Лао, и в Ордоне. Что уже терять-то? Вот русалочка вышла на берег. О, прикольно там было. Камешки скользкие, очень даже скользкие. Я думаю, не стоит туда залазить. Вот, если посмотреть отсюда вот туда, вот, то там пляж в Ордоне. Так, он его погнул, прыгает парень. Эх, я тоже так могу. Волнорезы.
Волнорезы, а я маленький такой. Вот смотрите. Понимаю, что вам вряд ли будет хорошо видно, но я вижу. Горный воздух вижу. Отчетливо. Комплекс горный воздух. Тут вот летают воздушные шары прям. Смотрите. Телечка тут надувает. Народ идет вон там по верхней части, как каким-то образом, откуда-то, я не понимаю, откуда. В общем, как бы вот так. Зеленка. И едет какой-то поезд. Вот мы сейчас с вами будем лицезреть его в полном объеме. Вот он. Даже не знаю, сами догадываетесь, какой это поезд. Отсюда не видно. Ну, мне, во всяком случае. Адлер вижу, а вот что вверху, непонятно. Да, друзья, пляж. А? Красивые камешки. Именно здесь где-то сидит вечерами русалка, склоняя голову. И ждет, я не знаю, кто там по сказке был, то ли принца, а может быть и дельфина, хотя дельфина русалка не пара, не пара, не пара. Ну что, друзья, вот теперь мы с вами прошли полностью пляж Водоме, так что там в стороне Лаво там тоже, конечно, там много всяких разных объектов, я имею в виду много всяких разных мест, где люди купаются, вот они так... Огорожен. Садись, ну тут камушек, я тебя сдалека сфотографирую. Зачем? Да зачем мне нужна моя морда лица? Я скорее там намахнусь где-нибудь на этом камешке. И подписчики увидят мою разбитую морду лица. Тут везде скользко, смотри, блин. Да не лезь ты туда. Полез он. Или ты себя хотел показать? Русал. Тебя показать? А, его не надо. Так ты уже в кадр влез сам. Не надо мне со спины. Да зачем мне туда попрусил? Оно мне надо. Искать себе на заднице приключения, правда? Я уже и так засветился. Там, где не надо. В общем так, ребятки. Он пошел снимать там все камни, любит там всякие художественные фотоснимки. А меня хлебом не корми, дай море показать народу. Да, я думаю, вот во время шторма здесь тоже прикольно, по камешкам там бьет волна. Есть, значит, что посмотреть. Ну что, пошли обратно уже, все. Миссия выполнена. Оставшуюся часть пляжа показали вам. А то же говорили, что не показываю, не показываю. Вот, показал. Приехали специально сюда. Шли козьими тропами. Камушки какие-то равномерные. Ну, нормальные камешки. Кистаки разные, вон подальше, вон побольше. В 2017 году здесь были. Из Воронежа. Тала были уже в 2020, судя по надписям. На вот этих бетонных плитах. Пляж прикольный, да, да, не очень широкий, но прикольно. В принципе, людей тут, судя по всему, так не так очень много. Я не знаю, может быть уже, потому что время-то такое уже. Последние 10-дневка августа. Может, что же хочешь, может быть. Но факт в том, что с третьей попытки мы прошли весь пляж Водоме. Вот. Я ожидал, что это, естественно, побольше. А? Я думал, что здесь что-то какой-то большой. Не, мне казалось, что он больше. Что-то, я не знаю, у меня такие воспоминания. Ну, в два раза больше, может. Мне казалось, что он был больше гораздо. Может быть, я ошибаюсь. Не, ну, сюда я не заходил точно, я там был, в той части. Зато у них есть вот такой вот надувной городок. А у нас, увы, нету.
чтобы это вернулось. Сейчас покажем вам обратную дорогу. Все заросли укропа, через который мы проехали, чтобы сюда пройти. Возможно, точнее, скорее всего, есть еще какой-то маршрут. Но мы, точнее, ну, тот первый маршрут мы уже с вами проходили давно. А вот этот маршрут как бы впервые. Есть еще наверняка дорожка, которая приведет вас на этот пляж. Я просто видел там такие заворота ранее, но мы туда не пойдем. Тем более, что в принципе весь пляж этот мы уже прошли. Вы уже знаете. Все, пойдем к транспорту, наверное, да? Давай. Все, до свидания. Хочешь дорожку, покажи, как мы до транспорта дойдем. Ну, это я и хотел ее показать. Вот эта девушка, которая нахожу эту девушку, мне понравилось больше. Че какой-то мужик. Интересно вообще, пойдем. Так, дорожка. Африканские косички по приятным ценам. Ну пока вроде я не чувствую. Сюрприз будет. Ну она есть наверняка. Наверняка где-то есть. Вот железнодорожное полотно, где мы переходили с вами. Там где-то пляж Вардане. Ну, народ ходит этой тропой, Кози. Тут даже с пивом. Ну, сейчас бы, правда, уже, наверное, под 200 было. Жарко. Ну, и приходить немножечко опасно, надо посматривать по сторонам. А лето-то вернулось опять. У меня прошлый раз поезд, помнишь, сбил? А, как сейчас помню. Ты его размазал тогда? Жидкий терминатор, блин. Вспомнил сюда, как она, сценка из Comedy Club, когда этот Рева был жидким терминатором. Недавно слушали в машине. Это мы идем. Бузина какая-то. Ну, сейчас мы сядем в транспорт и поедем. Дальше будем показывать уже из машины. Итак, мы направляемся в Лазаревское. Вот покажу вам дорожку. Опять же повторюсь, что я не знаю точно. Возможно, есть еще какая-то другая дорожка есть поближе. Ну, тут вон девчонки ходят. Не боятся. Тут везде сдаются номера. Да, вроде бы как сюда. Да? Домики, шашлыки. Да. Мангал прям на улице ставится сразу. Сразу кушают шашлыки. Неплохие домики. Что-то даже продается. Видимо, не пошел бизнес. Я сюда никогда не заезжал, как ни странно. А ведь должен был. Скажи по секрету, я тоже. Ты-то ладно, я-то почему не заезжал. Улица Львовская. Лидия Анна. Вот так вот все. И Лидия, и Анна, и Диана. Выгодное название такое. А варенье-то как трясется. Это варенье. Везем вам. Ореховое тоже есть, кстати сказать. Что ж, ой, ореховое. С грецким орехом. Классное. Очень понравилось. Я, кстати, не пробовал. А я могу налево повернуть? Вот это надо посмотреть на дорогу. Если есть прерывистая, то могешь. Есть. Если могешь. Мы выезжаем уже на федеральную трассу, как видите, не так уж и далеко. Справа уже есть. Я лучше подожду. Да, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Справа уже нет, слева еще есть. Вот продаются домик, если хотите, 8-964-944-1890. Вот этот вот, с канализационной трубой на фасаде. Очень даже симпатично. Справа тормоз едет. Какой-то тормоз вот еле едет. Вот этот вот. Видит, человек выезжает, есть момент, ну. Вот, кстати, пока мы сюда ехали, матерились. Кто у нас с Курска ехал, да, какой-то там, не знаю, Киева. Ну едет 40 км в час. Собрал за собой пробку и никого же не пропустит. Джип зато у него. Ну это Вардане,
Улица Молодежная, да? Сейчас чувствую, за этим будем. Не, сейчас у нас будет там шанс его обогнать наверху, если опять же не будет встречных машин. Вот смотрите, сколько народу. Да, народу так много, но правда на другом пляже. Потому что с другой стороны, когда ну, вот в раз тот же пляж, да, на другой стороне. Ну тут просто уличка, во-первых. Кто любит поспокойней, тому лучше эта сторона, да. Да, ну тут как бы. Кто любит больше оживленности и там услуг всяческих. Ну, мне кажется, что тут как бы не так-то уж и далеко можно по набережной пройти, если захочешь. А если уж очень хорошо хотите, приезжайте в Лазаревск. Ну, как бы тут неоспоримый факт, которым трудно поспорить. Но, тем не менее, почему не показать Варданы? Хороший поселок. Вот такой чисто для отдыха. Тихенький, спокойненький, хорошенький. В прямом смысле тихенький и спокойненький. Вот еще один спереди едет на московском. Пишу, кажется. Главное, никуда не спешит. Я не могу так ехать, он поворачивает. Стой, прятал. Он, видишь, он проснулся. Он, наверное, искал поворот, вот почему медленно ехал. Да. Ну, что-то он далеко его искал. Долго искал, скажем так. Ну что, друзья, мы покидаем Варданы. Вот сейчас вот за поворотом уже будет все. Указатель на верхний БУ. Название такое экзотическое, наверное. 1077. Ну тоже еле-еле едет. Ну что ты едешь, блин? 35 километров. Ну чего? Перегрелся на солнышке. Сейчас по прямой, сейчас по лесу. Вот. Сейчас его понесет. Есть шанс это обогнать, никого на встречке нету. Сейчас прерывисто. Сейчас вот прерывисто начнется знак уже. Вот встречка. Встречка есть? Не знаю, как, блин. Кто-то он очкует тоже. Сейчас. Ну вот что ехать, блин. Вот, товарищи, едьте нормально или уступайте. Мальчика посадили, тренируются ездить. Все, друзья, всем пока. Сейчас пока. Покажу. Нет, покажу вам все-таки.